Три студентки из Ульяновской области вошли в число финалистов профессионального конкурса. Завершился очный полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Соревнования среди участников Приволжского федерального округа проходили на площадке Мордовского государственного педагогического университета. Заявки на участие подали почти 27 тысяч человек из 84 регионов России. Ульяновскую область в финале конкурса представят Эмилия Кайзер, Гюзелия Халимдарова и Екатерина Романова. Все они учатся в Ульяновском педуниверситете. Призеры конкурса получат возможность пройти стажировки во всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан». Также им вручат подарки от партнеров соревнований.